Всем здорово, мэнчики! И сегодня мы играем в гонку снежных шариков. Сегодня я буду прокачивать другого ютубера под именем Макар. Макар, сейчас тебе нужно будет сделать 3 перерождения, чтобы со мной потрейдиться. Понимаешь? Да. Давай. А я пока гонку пройду. О, Макар, ты в курсе, что я сейчас на воздухе вообще лечу? А ты в курсе, то, что у меня телефон сел? И, пацаны, сегодня я буду его прокачивать. Макар, ты там нормально? Да, только у меня телефон сел, я не могу видео записать на свой канал. Ну, я тебе пришлю нашу совместку. Будет и на твоем канале это видео. Поэтому, пацаны, можете подписаться на мой канал Михаил Скрипач и на его канал. Правильно. И поэтому сегодня я жду, пока Макар сделает эти 3 ребитха. И он мне передаст пэтов. Да, я ему передам даже не пэтов, а очень-очень крутых пэтов. Потому что сейчас у меня Тоже, я сделал 3 ребит. Тогда лови... Ой, я не там укинул чуваку. Так, лови. Прими. Это ты? Да. Ой, не, давай я тебе дам такого. Так, подожди-ка. Ой. Все, понял. 3 последних. Вот я. Все, давай. 3 последних. Вот эти я тебе могу дать. Все. Я сейчас по телефону зарядку ставлю. Ты будешь сейчас профессионалом у нас. Я тебе сейчас помог. Ты сейчас быстренько подкачаешься. Мы сейчас, кстати, в одном месте снимаем совместку. Так, я пока тут прокачиваться буду и посмотрю, как у него дела. Так, все, я зашел в твою комнату. А ты вот так сделай, смотри. Сейчас. Вот так. Вот видишь, ты уже можешь спокойно. Я не хочу автоматически. Так, ты у нас, смотрю, прокачиваешься. Можешь в гонку пойти, тебе уже достаточно. Чтобы пройти на вторую локацию. Покатился, хорошо покатился. Все, 50к. Теперь все, ты разблокировал следующую локацию. Можешь заходить. Кстати, хочешь трейлс получить, чтобы быстрее бегать? Вот, да нет, трейлс. Чем мы тебя можем купить? Давай за 5к. Не, давай сейчас найдем за 70. Попробуй, я сейчас нафармим чуть-чуть. Да ладно, ты иди, я сам нафармим. Подожди. Все, уже достаточно. Так, вот ты уже летишь, разгоняешься и... Всё. Ты получил еще 43 тысячи, чем разблокировал, Поэтому сейчас мы покупаем трейлс. За 70к, вы не ослышали. И посмотри, как ты быстро собираешь. Так, и тем временем я прихожу в свою комнату и вижу, у меня уже 3 миллиона накопилось. Так. У нас тут кроме трейлсов есть еще что-нибудь. В стенах есть изумруд за 249 гемов. Но у меня есть алмаз, тогда зачем мне изумруд? Тоже не понимаю. Так, я сейчас пойду в гонку, чтобы пройти на следующую локацию. Полетели, пацаны. Полетели. 16 лямов дали.
И все, я разблокировал цирк. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, как я тут быстро качаюсь вообще со скоростью света. Нью. О, у меня спинчик, у меня два спинчика, пацаны. Пожалуйста, хоть бы мне сейчас вот этот выпал челик. А сколько тут локаций? Я сейчас на предпоследней. Я не знаю. Так. Сейчас я ребитков поделаю, чтобы прям так массивно прокачаться. Посмотрите, пацаны, как я уже быстро сейчас прокачиваюсь. Еще в гонку сейчас полетели. Оп! Быстренько нафармили себе миллиончики. И пошли еще один ребитка сделаем. Все. Теперь можно собирать. А так быстро теперь у меня уже столько. У меня уже 200. Короче, пацаны, если вы сейчас поставите лайк, то я дам крутых пэтов ему. Так, я смотрю, начали. Начали прям ставить лайки активно. Поэтому сейчас я поднакоплю. И куплю тебе яйцо. И передам тебе супер-супер пэта. Ну вот мы катимся. Получаем 4 ляма. Идем на вот эту локацию. Покупать яйцо за 3 ляма. Жень, я тебя вижу. О, горилла. Так, и сейчас я кидаю ему трейдик. Трейдик лови. Получается сейчас. Я тебе кидаю вот эту вот челика. Ой, сейчас, подожди, извините. Так, я тебе должен дать кристалл дога. Не, давай-ка я еще сейчас поднакоплю, еще раз спущусь. Быстренько прям. Хоп. Получили. Открываем еще раз. Пожалуй, хоть бы мне сейчас такой мифик не выпал. Все, у этого какой икс? Так. Все, Макар. Лови трейдик. Сейчас еще раз запомню. Тич. Так, все. Макар, я тебе решил сделать большой подарок. Я тебе дам вот такого. Все. Сейчас ты просто суп со скоростью света прокачаешься. Че, Макар, прокачивайся. Прокачивайся. Ну что там, ты уже на какой локации? Сейчас буду уже... Дай-ка посмотреть, сейчас я пойду в комнату. Что ты сменил? Ну, спускайся. Вау! А тебе тут 2,5 ляма надо? Угу. Да тебе давай купим скинчик. Давай сейчас 1 лям подкопим и купим тебе алмаз, который у меня. Что я знаю? Что ты хочешь? О, X2? Да. Ну окей, тогда я пошел к себе. Но я X2 бустить не буду, потому что потом оно может стать X4. Да, всегда так происходит. Потому что так проходило когда-то в симуляторе Армленд. Так. Да, кстати, я скоро буду снимать видео про симулятор Армленд. О, пацаны, я прям на самом краю лечу. Нет. 10 лямов, пацаны. Я сейчас пойду сюда и куплю яйцо за целых 10. А, мне не хватает. Сейчас спустимся. И чуть-чуть нам надо, прям чуть-чуть. Прям 10 свось.
Все, нам даже больше чуть-чуть. 805 тысяч. Все, открываем вот этот. Новое яйцо Тики и Тики Юникорн. Окей, сколько у меня? 640! Это шо? Это сейчас шо было? Сколько я сейчас получаю? Что за космическая, пацаны, прокачка? Что вот это за космическая прокачка? Ну, посмотрите, вот это что? У меня тут космическая прокачка. А ты на какой локации? Ну, подойди. Где надо 2,5 миллиона? Чтобы пройти на следующий. На шахте? Ну, да. А следующий цирк у тебя? Нет, я... Это как... А, конфетки? Я перед шахтой. Конфетки? Да. Все, я понял. Так ты спустись. И перейдешь уже на следующую локацию. Я тебя могу увидеть уже. Не, мне надо накопить еще больше. Да зачем смысл? Так я уже скатывался на 200 тысяч. Все, новая локация открыта? Так, пацаны, 60 побед, это прям, пацаны, это ж... О, что-то тут бесплатное в магазинчике. Плюс 10 побед, офигеть! Это же имба! 6 лямов, думаю, пора скатываться. И 7 роули! Нет, посмотрите, как тратятся быстро миллионы. 22. Мне реально ни на что не хватает. Пойду открывать вот эти яйца за 10 лямов. По идее, он будет. Так, пожалуйста, только не Тики Юникорн. Тики Кейк! 21%. Тики Ламп? Подожди, сколько у него шанс? 10%! Пацаны, у него... Какой икс? 880, пацаны. Мне эта игра начинает все больше и больше нравиться. Это все, я, пацаны, профессионал. Так, я тебе, помнишь, говорил, что я тебя буду прокачивать? Mm-hmm. Поэтому лови-ка сейчас трейд. Я спускаюсь. Трейд лови. Трейд лови. То есть смотри, я тебе хотел дать. Все. Просто получаем от Жени халявный пэт-чек. Я уже столько могу помочь. Макар, кстати, сколько у тебя сейчас побед? Хочешь, чтобы ты вообще со скоростью света собирал? О, ты уже алмаз. Сейчас посмотрю, сколько ты потребовался. Смотри, то есть мы сейчас так сделаем. Тебе достаточно, мне кажется, до 5 миллионов будет. Так, да нельзя так, не поможет. Блин, чуть-чуть не хватит. Сейчас мы еще все. Подожди, это реально? Так, мы тебя сразу прокачиваем. Я сразу взломал его аккаунт. И сейчас я его прокачу. Ну ты не взломал мой аккаунт, а подошел ко мне в комнату. Ну да, ну это же можно склонить. Можно. Так, ты летишь вниз, 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 вниз. И получаешь 1 лям. И теперь смотри. Все. Готов? Что-то тебе применится. Короче, тебе везло точно. Смотри, ну это гонщик нелегальный. Ты куда-то собери. Все, видишь, как ты быстро тебя собираешь? Круто? Угу. Вот у меня сейчас, знаешь, у меня вот такой тоже был. Смотри, может, ты меня сейчас увидишь? И вот я. Прикольно.
Или, короче, снимай видео. Да я и так меня слышу. Так, я все пришел в свою комнату. Смотрю, у меня уже 24 ляма. Накопилось за это время. Я просто скатываюсь. Бум. Продолжайте, пацаны. Это просто жесть. 4, 3, 3 миллиона. Пацаны, просто жесть. У меня 126 лямов. Я покупаю последний. Файер. 100 лямов. Так. У меня, посмотрите, у меня просто миллионы рекой текут. Потом, если что, я сейчас нахожусь на последнем этаже здания. Ну так, просто. И скоро я получу ивентовское яйцо. Вот видите? Осталось всего 5 минут. Это яйцо вообще самое имба. Посмотрите, тут есть шанс выбить какого-то 8000. Вот Макар, там бегает. Вот он Макар. Вот, с алмазным шариком. Так, пойдемте скатимся. Пойдемте скатимся с моими 7 миллионами. И 7 роули! Бум. Так, теперь откроем яйцо за 49 миллионов. Это же крабы из армрестлинг симулятора, пацаны. Гост краб. 10%. Какой у него икс? 1167, вы понимаете, пацаны? 1000. Просто. Так, опять же кидаем трейдик. Так, где трейды? Вот трейды и лови трейд. Так вот и сейчас явно. Просто бесплатно даем юнита на 227. Просто пэт вообще. Макар, может ты скачешься и уже дойдешь до меня? Так, у меня... Я сейчас хочу поднакопить и быть уже сильным. Но, посмотрите. То есть я играю 26 уже минут. То есть через 4 минуты мне дадут это яйцо. Блин, если я даже выбью вот этого анонимуса, я уже буду рад, понимаете? Если я даже выбью вот эту коробочку. Жень. Чего? Иди сюда, сейчас иду. Этого из Unreal Simulator. Ну да, только он был другого цвета. Ну да, фиолетовый. Да. Теперь подожди. А я вот это, знаешь, вот это. А-а-а! Вот так вот, Макар, такой я тебя послал. Пацаны, просто через 3 минуты у меня будет это яйцо. А сейчас у меня 20 миллионов. Да, папочки. Сейчас нужно 100 миллионов сюда. И сколько? Я просто сейчас спускаюсь и все свои 20 миллионов просто трачу на какой-то спуск. 124 ляма. Объясните мне, что я делаю? Открываю яйцо за 120 лямов. Глич яйцо. Хакер Йети. 69%. В принципе, он тоже имба. И опять же кидаем трейд. А? Чё тебе дать? Такого гепарда. Всё. Просто отдаю таких юнитов. Ну или пэтов. Юниты, они... В туалет Tower Defense. Блин, почему я просто прокачался на максимум уже? Так, пойду опять в комнату прокачивать.
Потому что я тебя прокачиваю. А, Макар упал. Макар упал. Макар, ты за карту залетел. У тебя шарик катится. Мари, хочешь прикол? Сейчас. Вот это. Сейчас. Вот так сделать. Ого! Мари, ова! Бра! Тебе еще 400. Сейчас я тебе куплю яйцо. Ты можешь даже купить несколько. О! А откуда? Почему у тебя их раньше не вышло? Ну подожди. Да зачем? Я тебе яйцо открывать собиралась. Так. Тики-единорог! Да ладно! Если сейчас опять тики-единорог упадает, я... Ладно. А теперь? Так, все, помогу, иду в свою комнату. А тем временем у меня тут набралось уже 46 миллионов. Все, у меня есть ивентовское яйцо. Кэтбери 5 бустов, понимаете? 5. Вот этот хакер Йетис 1397. Николь, я сейчас, кажись, улечу вообще. $251 миллион. Открываю еще раз яйцо. Хакер Сквирл. И еще раз. Хакер Сквирл. Окей, одеваем лучших. Все, и собираем. Что это за скорость? А, то кики еще выполнили. Какой? Редкий. Женя, подели пополам. Мои конфеты чьи? Раз. Два, два, три, три, четыре, четыре, пять. Ну, это пополам. Да не, бери себе. Забирай. А, мне 2 минуты. А я уже получил. Надеюсь, тебе не будет шансом. 0-0-1. Что, мне выпал вот этот вот. А сколько у него их? 5. Макар, у тебя сколько сейчас силы? 18 миллионов. А у меня 28, 29, 30. Ну и на этом мы заканчиваем. Будет вторая часть.